Пушкинском зале премьера. Лицеисты играют Алису в «Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Изучением этого произведения артисты занимались весь год на уроках английского языка. Режиссер постановки Наталья Скира – классный руководитель 5-го В-класса. Театральному дебюту предшествовал предпремьерный показ. Накануне ребята выступили перед сверстниками из другого класса и руководством лицея, а уже затем представили постановку родителям. В спектакле звучат произведения Владимира Высоцкого, мотивы знаменитой радиопьесы, премьера которой состоялась в 1976 году. Музыкальная составляющая постановки требовала от ребят отдельной подготовки, как, впрочем, и оформление сцены. В нашем спектакле принимали участие Галина Петровна Терехова, она у нас преподаватель музыки, она с детьми репетировала, ставила песни, помогала мне. И очень помогла нам учитель ИЗО в нашей школе, потому что все декорации мы сделали самостоятельно. Они такие разные герои английской сказки. Приключения Алисы, написанные знаменитым английским математиком, будоражат умы и театральных режиссеров, и актеров-любителей. Пятиклассники прорабатывали роли, изучали материал своих героев и старались разобраться в сказке, которая является лучшим литературным произведением в жанре абсурда. И делали это на английском языке. Я сначала посмотрела мультик и на английском, и на русском, чтобы понять, что из себя представляет героиня. Я внимательно прочитала все слова и уже учила их. Я исполнила птицу Додо. Это как бы автор вживил в себя, в эту птицу. Раньше эта птица существовала на каком-то острове, но сейчас ее нет, потому что она вымерла. И это как бы волшебная птица. Я играю кролика белого. Он очень нервный, и он всегда опаздывает. Он очень нервный из-за того, что он прислуживает королю и королеве. Он боится всех, кто выше его. Но перед теми, кто ниже, перед слугами, перед теми, кто на него работает, он не боится их. Спектакль «Алиса в стране чудес» стал творческим завершением учебного года. Впереди каникулы, а значит, время открытий и свершений. Некоторые лицеисты задумались о будущей постановке. В планах осилить приключения Тома Сойера, американского писателя Марка Твена. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».